есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Грудью прикроешь, враг мой. Ты время теряешь, но в гроб не загонишь свет мой. Ты меня встретишь, счастье не скроешь. Кто я? Кто мне ответит, тайны откроет? Смотри, звезды на небе, с вершин каждому светят. Задай вопрос и ответит тебе звезда твоя. Один ты только услышишь слова, сошедшие свыше, и станет далеко и ближе. В нем смысл бытия. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Денис Сорокотягин. Здравствуйте, дорогие телезрители. Денис, как ты нашел передачу «Лаврские встречи»? Мне интересно, откуда у тебя появилась информация? Ты же из, такого сказать, из недр интернета возник. Я думаю, что именно интернет и помощник вот этих встреч, именно интернет мне помог выйти и на вашу страницу, и потом на страницу «Лаврских встреч». И все завертелось, закрутилось, и я проникся этой передачей, просмотрел почти все выпуски и просто
не то чтобы удивлен, а поражен, сколько талантливых людей у нас есть в стране и сколько людей, поющих прекрасную музыку. А ты, у тебя сейчас есть желание делиться своим творчеством, да, я так понял? Откуда это все пошло? Желание, конечно, оно всегда есть. Оно с самого детства было, это желание, потому что я и закончил хоровой колледж, и закончил театральный институт, и вся жизнь 6 лет была связана со сценой и именно вот с этим общением со зрительным залом. Угу. И для меня это стало привычным, это как разговор. Это музыка, пение, это уже как... Ну, это как образ жизни, да? Это да. Театр это тоже служение, да? Это именно служение, потому что верные театральные работники, они всегда называют служением в театре. Я служу в театре. А вот сейчас в твоем репертуаре, как я понял, все больше и больше песен, которые затрагивают вопросы веры, души. Ну, это у нас дальше, наверное, будет передача. Мы затронем вопросы, как это сочетается вот с служением именно театральным. А для тебя это сейчас, вот откуда появилась эта необходимость вот, делиться именно... Ведь можно же петь романсы, можно петь какие-то песни, эстрадных очень много, о любви, там, о ненависти, много такого... ну, выбор есть. Почему ты сейчас вот... обратился к этому, к духовному пению. Да, именно в последние, наверное, 2 года возникают вот эти песни. Я думаю, что это связано, я часто задаю себе этот вопрос, и я думаю, что это связано именно с тем, что душа испытывает потребность в чем-то чистом, светлом, она находится в поиске. Тем более, как вы уже правильно сказали, театр — это достаточно вещь сложная, которая предполагает выход из своего собственного состояния и переход в какую-то другую роль и другого человека. Эти песни, я думаю, что это именно ответы, и чаще всего это вопросы, которые я сам себе задаю. Это какой-то внутренний поиск, который вот у меня... продолжается на протяжении, наверное, 2 лет. То есть через личное творчество ты хочешь найти эти вопросы. А кто я, да? Ты в этой песне же, это такой, да, вопрос. Я действительно задаюсь этими вопросами, и каждый раз мне труднее петь эти песни, потому что у меня, я не могу найти верный ответ. Он всегда меняется, но, наверное, так всегда и должно быть. Я думаю, что я когда-нибудь к нему приду. Знаешь, у меня, ну, раньше, лет 20 назад, в моей молодости я выступал, а у меня были песни, я тоже задавал себе вопросы. И я еще сам, ну, не находил ответов. Вот, и я не был воцерковлен, как вот такой степени, как сейчас. И однажды на сцене, когда во мне борьба такая жуткая происходила, у меня я раздваивался. Но я не мог служить. Я понимал, что я уже не мог служить двум господам. Вот, и я пел на сцене, и вдруг я понимаю, что сейчас строчка песни, которая уже не соответствует моему мировоззрению. Вот уже вот. И она была ужасна. Там подвергалось какому-то сомнению присутствие Божие, как бы так. Или какой-то вопрос такой был. Что-то, где ты, почему ты, нам, ну, такой вопрос, который я уже себе, вот, мне хотелось просто, я не знал, что делать, идет эта строчка, и я придумываю варианты, чем бы заменить эту строчку, и в итоге я спрятался, ну, можно сказать, за кулисы забежал и спрятался, а потом, когда прошла эта строчка, вот такое со мной было, потому что я боялся обидеть Бога уже. Своим вот таким творчеством. Да, это я хочу сказать, что это мне знакомо в каком-то. Я думаю, конечно, не в таком. Я бы, наверное, все равно эту строчку спел на данном этапе.
потому что я понимаю, что я ее не могу не спеть. Чисто такая работает уже так правильная позиция к тому, что надо петь все, что, как говорится, есть на сцене. Ну да, эта ситуация, мне кажется, может и возникнуть у меня. Ну, вот теперь ты знаешь мой этот опыт. Да. Ну, лучше его не допускать, потому что люди, мы же ответственны за слово. Да, слово имеет огромную ценность, важность и в театре, и в жизни, и вообще. Да, вначале было слово. Пришло время песни. Да, я хочу сейчас исполнить песню, которую я написал под впечатлением от поездки на Соловки. Она называется «Путь преображения». Себе, не сори словами понапрасну. Беги, беги, как от огня, от забот и разговоров праздных. Пришла, пришла пора любить каждого, кто на пути твоем оставил след, тепло свое дарить и идти вперед на яркий свет. Путь преображения выбрал ты, все свои сомнения отпусти. Будет в этом странстве нелегко, если ты поднимешься высоко. На свои вопросы ответы много потеряешь, много обретешь. Ничего не бойся и сделай шаг с радостной улыбкой на устах. Три дня над миром гроза, небо все темнее и темнее. Тебе по колено вода, принимая все, идешь ты к цели. Слеза скатилась с щеки, а может быть, все бросить и сорваться? Нет, еще потерпи, этот трудный путь тебе воздастся. Путь преображения выбрал ты, все свои сомнения отпусти. Будет в этом странстве нелегко, но если ты поднимешься высоко, на свои вопросы ответы найдешь. Ты много потеряешь, много обретешь. Ничего не бойся и сделай шаг с радостной улыбкой на устах. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Как раз в этой песне видно состояние души. Постоянный выбор, да? И когда соприкасаешься с святыней, что-то происходит, наверное, частичка твоей души на Соловках осталась, да? Это да. Я себе дал слово туда вернуться. Это такое место, в котором я как будто бы отделился от реальности. Как будто бы я погрузился в совершенно иной мир, с иными людьми, которые встречались там где-то, в магазинах, на улице. Это совсем другой уклад жизни, совсем другое слово, совсем другой взгляд глаз. Это святая земля. И вот когда я вот эти песни написал, я не мог даже вместить
и не мог осознать, как это все вдруг родилось у меня в голове. Я уверен, что это все только моя была рука. Мой был карандаш, а все откуда-то было свыше дано. Путевые заметки. Да. Да. И не знаешь, где тебя Господь посетит, в каком месте. Но я так понял, что ты назвал эту песню «Преображение». Ты, ну, понимал, да, вот это само слово? Я, как ты его... Ну, вот... Какой я смысл, да, в него вот, закладывал? Да. Когда я ее писал, это вот, побывав на этой земле и осознав всю свою греховность и в каком-то плане там порочность или еще что-то, и именно это было стремление и шаг встать на какую-то иную тропу, не побояться, ничего не бойся, потому что всегда боишься, особенно боишься чужих мнений, чужих... Это всегда, тем более в театральных кругах, это всегда повсеместно. Вот это вот зритель или еще кто-то. Это, наверное, стремление стать чище, добрее, вот в таком более всеобщем. Все-таки это идет от первого лица, от моего. И, наверное, это, да, действительно стать лучше. Сейчас ты живешь в мегаполисе. Да, поэтому, наверное, это был как раз контраст. Ну... Это огромный контраст. Это огромный контраст. Москва, она, приехав туда, она накладывает определенный отпечаток и на темп, и на общение с людьми. Я просто молю Бога, чтобы меня это не коснулось. Постоянно себя отслеживаю. И, ну, надо, чтобы в душе были постоянные словки, ощущения. Если это будет постоянно, это будет просто счастье. Можно взять свою комнату, сделать имитацию камней больших валунов на стенах. Да? И что такие старинные... Имитация — это все декорация. Да. Это все неправда. Это театр, опять же. Вернемся к этому. А когда ты соприкасаешься с живым, и также и в театре, что самое интересное, когда мы видим человека на сцене, который болеет всей душой, как сказал Гоголь, театр — это кафедра, с которой можно сказать много добра. Когда мы видим это, нас это также трогает. Никакие камни и валуны дома не заменят первозданную красоту Соловецкого монастыря. Тем более столько трудов, там молитв, которые чувствуются веками. Это чувствуется. И там чувствуется все. И тяжелые годы советские, и старина, и древность. Это такой объем, что просто становится от этого... Ты не можешь вместить и не можешь познать. И, наверное, никогда не познаешь именно этот объем. Ну, в Москву ты что, вынужден был? Или тебе нужно было образование получать, что-то? Нет, образование я получил в Екатеринбурге, закончив театральный институт. И так получилось, что в Екатеринбурге, ну, как и везде, сейчас нет мест работы в театре. Сейчас все не из-за того, что их там нет, а просто все перенасыщено. И надо было все-таки решать, надо оставаться в профессии. Четыре года потрачено на изучение театрального дела, и надо было, конечно, как-то это проверить и вообще попробовать. И так сложились обстоятельства, что именно в Москве открылись двери двух театров, и я с удовольствием погрузился в эту работу. Начал делать дело, как говорится. Это твой способ постижения этого мира, да? А актерская, я думаю, профессия для меня, не знаю, как для кого, для меня это, во-первых, способ постижения самого себя и мира. По-разному к этому относятся, но именно для меня, да, разные бывают роли, все равно ты всегда исходишь из собственного «я». Все равно это работа души. И именно вот это для меня главное в театре. Ну, а так
Параллельно этому и ты хочешь петь, выступать, да? Ну, это тоже какая-то карьера или что это? Какие ты задачи ставишь? Я никаких к этому не ставлю задач. Я просто, если есть возможность быть услышанным, я ей с удовольствием воспользуюсь. Но как-то идти по головам, какие-то строить заоблачные мечты, я этого не делаю. А ну, Екатеринбург-то трудно было тебе покидать? Родители? Что родители сказали? Родителям главное, чтобы я был при деле. Угу. Чтобы я, как говорится, не бездельничал и занимался своим любимым делом. Конечно, трудно покидать. Потому что это город, это все. Там и... Соблазнов много очень. Да, ну, Екатеринбург это моя школа, это мои любимые люди, это мои близкие. Это, конечно, трудно. Но в то же время я благодарен Москве за то, что она меня приучила быть более самостоятельным, более сильным и крепким духом. Она меня закалила. А в Петербурге ты впервые или как? Я бывал? В Петербурге был до этого, и я очень люблю этот город. Я был таким глазящим по сторонам туристом. Угу. Это вот первая такая поездка, когда я приехал с чем-то со своим авторским. А, ну ты волновался. Мне постоянно писал, я волнуюсь, честно. Я очень сильно волнуюсь. Да. И сейчас, сидя здесь, я очень волнуюсь. Ну, не знаю. Это хорошо, наверное. Это конечно, с одной стороны. Это должно быть. Главное, чтобы это не мешало всему творчеству. Да. Творчеству, конечно. Может так переволноваться, что и не найти нужные клавиши вовремя. Да, есть такое. Но это все... Я вижу, что ты занимался, и все это у тебя уже в руках, да, в голосе. Я занимался, и изучал и инструменты. И, ну, это долгая, большая дорога. И сходить с нее я не так, хочу. Ты собираешься все-таки к Богу служить таким образом. Господь же дал тебе талант, да? Да. Он же говорит, вот тебе талант, да? А ему же нужно отдать сколько еще? Его надо вырастить. Это великий труд. Да. Ну, Божья тебе помощь. У нас первая часть заканчивается. Спасибо, очень быстро. Господи. Первая часть нашей передачи. Мы еще встретимся... Через неделю песня. Прозвучит песня, которая тоже написана на Соловках. Она называется «Ангел». Я стою к скале прикованный, надо мною кружат вороны. И на все четыре стороны никого. Я молитвой неумелою наполняю сердце верою. Где-то ангел снежно-белый мой высоко. Солнце кожу обжигает, вороны снова летает, криком страшным предвещает славный пир. Под струями щиплет очи, день и сменился бездной ночи. Этот крест нести нет мочи и нет сил. Лишь когда ты на краю и на пределе, задыхаешься под тяжестью грехов, светлый ангел, словно мама к колыбели, вдруг слетает с невесомых облаков. Слезы без усилий от оков тебя спасет.
Он в душе твоей больной посадит розы и лампаду негасимую сожжет. Ты не сможешь жить, как раньше жил, ты поймешь, что лишь себя любил, не боясь грешил и приступил ту черту. Но о прошлом забывать нельзя, не скупись на добрые дела. Заслужи дорогу в облака, в высоту. Солнце кожу обжигает, ворон из того летает, криком страшным предвещает славный пир. Под струями щиплет очи, день и сменился бездной ночи, этот крест нести нет мочи и нет сил. Лишь когда ты на краю и на пределе, задыхаешься под тяжестью грехов, светлый ангел, словно мама, к колыбели вдруг слетает с невесомых облаков. Он крылом своим перистым вытрет слезы, без усилий от оков тебя спасет. Он в душе твоей больной посадит розы и лампаду негасимую зажжет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» закончена. С нами был Денис Сорокатягин. До новых встреч. Да. Божьей помощи всем, ангел-хранителя.